皆さん、こんにちは。сегодня продолжаем серию уроков японского языка. И сегодняшний пример у нас будет, куда мы идем. Я иду в библиотеку. Ватаси ва я тошокан ни библиотеку икимас иду. Я иду в библиотеку. Ватаси ва тошокан ни икимас. Далее. Я иду в кино. Ватаси ва эйга ни икимас. Ватаси ва эйга кино, эйга ни икимас. Я иду в университет. Тогда понятно, что речь идет о нас. Мы можем опустить ватаси и просто сказать дайгаку ни икимас. Я иду в университет. Или гакко ни икимас. Я иду в школу. Далее. Я иду домой. Ие ни, обратите внимание, друзья, каэримас. Я возвращаюсь домой. То есть обычно говорят не идти домой, а возвращаться домой. Далее. Я иду на работу. Ватаси ва шигото ни икимас. И я иду за покупками. Ватаси ва кэмоно ни икимас. А артикль ни, он обычно означает, что мы идем куда-то с целью сделать что-то, допустим, покупки, поработать. Или в библиотеке узнать что-то. И так далее. Далее мы узнаем, что есть еще один артикль, который не подразумевает этого. Но на сегодня все. Всем удачи и спасибо за просмотр.